Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Теперь ясно, в кого близняшки Клеменс такие красотки, новые снимки родителей. Детский модельный бизнес – огромная индустрия, в которой работают миллионы людей, но даже в их числе можно обнаружить настоящие бриллианты. Красавицы-близняшки уже третий год покоряют сердца подписчиков в Инстаграм и заставляют агентства сражаться за контракты. Девочки родились 7 июля 2010 года и всего через полгода отправились в модельную школу. Благодаря своей уникальной внешности Ава и Лия Клеменс даже в столь нежном возрасте покорили сердца рекламодателей. Но поскольку был еще и двухлетний сын, справляться совсем никак не получалось. После трех месяцев плодотворной работы семья решила на время прервать обучение и дать сестрам вырасти обычными детьми. Только в 2017-м мама Джаки на день рождения спросила у девочек, не хотят ли они снова попробовать этот бизнес. Получив согласие, женщина самостоятельно сделала портфолио и воспользовалась старыми связями. А первой работой стала реклама магазина детской одежды, чем владельцем был их сосед. На сегодняшний день Ава и Лия вместе со старшим братом Чейзом успешные модели. Без хорошей наследственности явно не обошлось. Модельным бизнесом и общением с фанатами занимается Джаки, однако оба родителя принимали деятельное участие в судьбе ребятишек. Папа Кевин Клеменс провел немало времени в дороге, доставляя семью на съемки и домой. При виде фотографий многие утверждают, что так и должна выглядеть идеальная семья. Несмотря на поразительную внешность родных, только дети стали моделями. Выдающиеся природные данные в сочетании с трудолюбием, а также искренней любовью к съемочному процессу проложили дорогу к вершинам карьеры. Наблюдать за этими красивыми людьми в соцсетях тем интереснее, что Джаки ведет подробный блог обо всех злоключениях. Жуликоватые агенты, грабительские контракты, срывающиеся съемки. И ни один из инцидентов не заставил их опустить руки. А что на этот счет скажете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.